без фотоспышки. Красивая черепашка. Потримуваться с ней можно вот так вот. Привет, черепашка. Все, опускаем черепашку. Да. Ёжики колючие. Ты знаешь, а эти ёжики у нас очень добрые, нежные и не колючие. Хочешь убедиться? Вот погладь. Колючие? Нет. А дай мне, пожалуйста, сюда стаканчик. Я у тебя его верну. Давай мне две ладошки. Не бойся. Я помогу тебе. Смотри, какой. Погладь. Колючие ножки? Не, ножки у него нежные. Это под низу есть маленькие вот такие вот колючечки. А вообще, смотри, какой он. Маленький такой. Да? Ну что, он не колючий? Можете погладить. Классно. Погладил ёжика вот так вот, ручку засунь. А там еще один такой большой. А это мама. Да, вот это мама, вот это папа. А это их не три ребеночка. Вот они такие три. А это мама отсыпается. Так, давайте зайдем в хальгал. В домик нам. Максим, заходите. Стаканчик оставляй, мы их тоже не угощаем, вот они уже бегут там, вот, бегут там на встречу. Это колючки. Будешь держать колючки? Как котика, держи. Вот. А ты погладь просто, не бойся, погладь. А пока Юлька с Максом гладят маленьких животных, вы не забывайте подписываться и ставить лайки. А что ты боишься? Юля, бери колечко. Ты же не боишься, да? Поддерживай вот так вот, да, поддерживай. Какой милый. А ну давай, я сфотографирую. Давай, держи. Держи, иди, я сфотографирую. Вот. Не, поддерживай и этой ручкой. О, этой ладошечкой прям. Не... Поддерживай, поддерживай. Отлично. Опа, давай. Осторожно по рожек. Нет, это две сестрички. Илонка и Снежанка. Это здесь у нас шиншилки. Мы их на ручки не берем, но можно гладить. Да. С большого-большого зала. Это шушек. Шушек. Да, я знаю. Это? Кто это? Это шиншилка. Шушек, шиншилка, да. Сетку? А это для того, чтобы зверьки один к одному не бегали, потому что вот те маленькие зверьки, они хищники, они могут укусить вот шиншилку шушек. И для того, чтобы они не подрались, мы их сеточку натянули. А откуда вы? Это они все-все-все с киевского зоопарка большого. Да, а там запорожки. Вот. Так, можешь брать стаканчик. И пойдем дальше. Так. Здесь у нас птички, попугайчики и маленькие птички Амадины. Можно тоже туда зайти. Хотите? Да. Они, конечно, на ручки не пойдут, но повторяют тоже. Они не пойдут за тебе ручки. Хотите зайти тоже? Красавцы, да? Что это? Кто это к тебе пришел такой? А он на тебя сейчас сядет. Кто на меня сядет? На тебя сядет попугай. Вот не захотите, чтобы поговорить с ним.
сказки какие, да? Да. Все, я ушел. Идем дальше, да, смотреть? Да. Да, подойди сюда ко мне. Яблочко. Я вам покажу, как они кушают. Не-не, вот этого будет достаточно. Ой. Вот смотрите. Кто там к тебе пристает? Лемурчик? Ну, что они такие кусючие. Я их... Вы не боитесь их? Не боитесь? Заходим? Заходим. А ну, стаканчики возьмите вы и два мне тогда эти стаканчики. А ты заходи с яблочком. Не пишу, держи. Они возьмут аккуратно. Просто не бросай. Заходим. Не-не-не. Заходим, заходим. Заходи, да. Не Максим, заходи, не бойся. Мне нужно дверь закрыть, да. У кого яблочко? Давайте. У меня яблочко. Вот ей дайте. Давайте яблочко. Смотри, Виля, как красиво кушает. Аккуратненько берет. Отпускайте, отпускайте. Ага. Давайте не бойтесь. Смотри, он аккуратно берет. То просто им надо было сразу яблочки просовывать. Все они из Киевского зоопарка. Все. В каждой клеточке, кто находится, они все приезжают с большого-большого зоопарка. У нас нету других зверюшек. А куда, откуда они туда поступают, этого мы уже не знаем. На, солнышко. Заходим к фишке. Только не бросайте на пол, она у вас сама. Заходи, заходи. Пойдем, пойдем. Присядь и дай ей, и держи печеньку. Она подойдет, только не бросай, только не пугайся. Она возьмет аккуратно. Отпускай. Сейчас она скушает, а потом ты дашь. Она быстро скушает. Она большая, конечно. Она что, кушает только печенье? Нет, она еще выберет морковку, яблочки. Но печенька для нее это вообще лакомство. Сладкая? Да, подкаешка. Я тоже подкаешь. И ты подкаешь. Да, люблю конфеты. О, я люблю конфеты. О, давай ей печеньку. Теперь ты давай. Ой. Ее зовут Тиша, это девочка. Ее можно погладить по голове легонько. Не боишься, не боишься. Смотри, она очень добрая. Вот так вот, смело себе вот так вот. Только по ручечку ее легонечко. Да. Один раз вот так, раз. Вот, смотри. А ты хочешь погладить? О, все. А как это? Это павлин. Да, павлин. Да, это у нас видит. Помогаешь? А ну если что, поведи, пух, спрыгнули. Он к нам идет. Сейчас как будет? Он к нам идет. Куда вы яблочек у вас, наверное, не осталось, да? У нас уже тогда ничего нет, где морковка есть. Яблочки разломать, да? Да. Выключить. Поднимайся,
успокойся, помоги. Это на сухо. О. Это морские свинки. Это как называется? Гвоздик? Да нет, это лама. Смотри, как лошадка нервничает, да? Бьет копыта. Она ждет нас, чтобы покушать. Юлька, возьми свой стаканчик. Свой стаканчик возьми. Дай, 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 кушать. Юлька, чаще. А лошадки дай что? Лошадки дай. Давай, сиди сюда. Давай лошадку покормим, давай. Вот, на. А ну, Юлька, давай. Руку чуть не скушала. Что у нас там дальше? Смотри, кролики у нас есть, да, еще такие? Маленькие кролики. Давай стаканчик, стаканчик давай. Мы уже все отдали. Максим, нашла самое хорошее. Они все не, от тебя не убегают прям. Этот зайчик похож на маму. На маму? На Маршала. А, на Маршала. Да. Маршала щенячьего патруля? А вон, смотрите, сейчас покажу вам. Смотри, хлебушек видишь? Смотри, раз, два, три. О, он еще спит. Обычно они бегают очень быстро. А
моет, все, умывается. Не, вот ради тебя. Смотри, за пенечком. Вот за пенечком. Вот, смотри, три красавца таких, да? Бери, погладь его. Сзади. Вот это. Вот она оранжевая, смотри, Максим, под ногой правый. Дай какому-то другому. Смотри, сзади тебя ваша отработка. Дай здесь. Пожалуйста, ботка. Давай, положи на ладошку. Юля, погладь лошадку, чтобы она не нервничала. А ты просто погладь ее так. Да, идем. Улитку? Да, улитка. Ух ты. Большие такие. Ты хочешь подержать? Нет. Чего? Смотри, Калит. На. Надо чего? Валет, в воде можно просунуть хлеб. Ты? Да. Аккуратно, вроде. Здесь аккуратно, тихо. О, и Калит такие, да? Да, закинь наверх, вот туда, закинь. Я вот. Ну, лучше хлеб подам. Оп, 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 оп. И все. Я не хочу. А вот второй. Дай, дай, Сережа, 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 тебе интересна лошадка? А, вот такая лама, да? Что? Тихо. Дрожишь, бедная свинка. Загладили уже, да? Что здесь, козы, да, какие-то? Да, и овечки. Обе. О. А у нас еда уже закончилась, да? Да. И хлеб даже съели. Что? Овец. Ой, овец сказал. Максим, пока. Максим сильно гладит. Да, Максим? Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. И спасибо за просмотр. Всем хорошего дня.